лично я очень люблю этого писателя. Мне кажется, что он незаслуженно мало читается, и мало мы его видим. Я преподаю художественное чтение в Театральном институте имени Щукина. И я очень часто обращаюсь к Лескову. Вот там, с ребятами, они читают на художественном чтении отрывки из Лескова. Поэтому я его глубоко уважаю, очень ценю это вкусное русское слово, и мне кажется, что оно должно звучать всегда в нашей жизни. Потому что вот этот уходящий язык, красивый, настоящий, плотный, такой, который можно просто вот слово потрогать, когда его можно. Мне кажется, что надо его беречь, это слово, этот язык. Положи, Господи, хранение устам моим. Так взывает к тебе псалмопевец царь Давид. Так и жди, я бесплодно взываю к тебе. Приведи меня к пристани благого молчания, связующего уста мои. И введи меня в пустыню сердца моего, где обитает безмолвие ума. Аминь. Совсем с ними спознался. Я 1000 коней объездил. Таких зверей отучал. И как же ты их усмирял? Я очень просто. Как вскочу. Сейчас бывало, не дам лошади опомниться. Кулаком между ушей по башке. Да зубами на нее страшно заскреплю, так у нее даже эндомоз из-за лба в ноздрях вместе с кровью покажется. А потом, ну как вижу, что конь пардону просит, сойду с него и говорю: стой, собачье мясо пес есть нить. Да как дерну его книзу, возьму за вихор, так он передо мной на колени падет. А потом? Был в Москве, в манеже конь один. Совсем у всех наездников от рук отбился. Так я его эндок направил. Он скромник сделался. И садиться давался, и есть. Только вот скоро
И сдох. И сдох, однако. Гордая очень тварь был. Поведением смирился, а характера своего преодолеть не смог. Слова очарованные, слова странника, они такие исконно русские. Вот странствование, путь, дорога. И это сразу понятно, сразу раскрывает весь смысл. Тогда чего там больше, очарование или рока такого? А смотря что называть очарованием. Для меня очарование это как очарованный, как не красотою вообще, а просто тайной жизни, по которой он идет. А он идет не зная куда, в неведомые совершенно пространства, в неведомые совершенно события. Но как он из них выходит, да, что он из этих уроков берет, вот это вот приводит его к финалу. А хочешь, я тебе дам знамение в удостоверение? Хочу. Ага. А вот тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока не придет твоя настоящая погибель. И тогда ты вспомнишь материное обещание за тебя и пойдешь в черницы. Чудесно! Согласен и ожидаю! А через некоторое время поехали мы с графом и с графиней в Воронеж. Остановились лошадей кормить, я под колодой уснул. И опять! Видение! Слушай, Голованька, мне тебя жаль. Скорей просись у господ в монастырь. Они тебя пустят. Это с какой стати? Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь. Ладно, думаю, встал запряг с отцом лошадей. Граф с графиней в экипаже, выезжаем. А гора там прикрутая, крутищая. Да сбоку обрыв, в котором тогда не верь, что народу погибало. Смотри, голова осторожнее. У нас такой один был, подлец, с астрономией. Чуть его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и на небо созерцает. Сам не зрит, как ногами тычет. Спускаем экипаж. Я верчусь, знаете, перед дышлом, кнутом астронома остепеняю. Как вдруг слышу, тормоз лопнул. А впереди-то страшная пропасть. Я кинулся прямо на дышло, дышловиков так сдушил, что они аж закрепели. Смотрю, уже моих передовых нет, а я вишу над самой пропастью. Экипаж стоит в коренных уперся, которых я дышлом подавил. Тут только я пришел в страх. Руки у меня оторвались, и я полетел. Ваша роль, она на протяжении всего настолько, мне показалось, проникновенна в ваше исполнение, глубина погружения во всю эту проблематику. Мне хотелось понять, каким образом вы готовили эту роль, что как вы ее реализовали в результате, что получился и совершенно современный вроде бы нам русский человек с его духовными потребностями, не изменившимися с момента 19 века. Но в то же время я слышу Лескова и ваше исполнение, настоящего, вот этого вот с богатым русским языком. То есть вы сумели внести в свою роль и 19 век с его культурой, и общие для нас духовные скрепы 19 века, но еще внести как-то современность. Как вы готовились эту роль? Скажите. Я так не могу быстро ответить на этот вопрос. У меня было два очень серьезных потрясения. Да. Ну, вот в процессе. Это первое, когда мне Наталья Леонидовна предложила попробовать эту роль. И второе, когда я ее прочитал.
Когда прочитал, у меня навернулись слезы на глазах, потому что это действительно очень сложный язык, это очень красивый русский язык. И здесь очень легко, на мой взгляд, уйти в другую крайность, испортить его. Вот. И это очень возможно, и, может быть, и я где-то этим страдал в какие-то моменты, но мы будем, так сказать, вот, спасибо огромное за то, что вы, за ваши слова, что все так проникновенно, но еще это утро для нас, мы привыкли в 7 часов, 8, вы к нам вечером приходите. Вот. Я не знаю, как я готовил, но было очень сложно, было, ну, теперь уже об этом говорить бессмысленно. Но у меня был такой момент, когда мне было совсем плохо. И вот утром, это просто как бы из частных таких вариантов, утром я сел за кофе, открыл текст. И мне где-то минут через 15 стало очень хорошо. Я не понимаю, почему. Что, в чем волшебство Лескова, в чем волшебство этого текста, этого замечательного, потрясающего текста, что как-то мне стало легче, и я... Продолжал. И вот, ну, конечно, отдельный поклон Наталье Леонидовне, которая, собственно, она сделала эту роль. Вот. И она сделала этот спектакль. Здесь был... Спасибо. Нет. Это было предрешено. Но на самом деле это было слово Кирилла Игоревича Крока. Я не была знакома с Игорем Карташовым, вот, потому что Игорь работал в Симоновском театре, то есть здесь, да, вот, и я не очень его знала лично. И когда мы думали с Римом Владимировичем и Кириллом Игоревичем, перебирали, вот, труппу перебирали, и вдруг Кирилл Игоревич говорит: а вот Игорь Карташов, он же будет рад вернуться в свой театр, играть не на той сцене, а на этой. Ну, собственно, вот так. Маленькая, такое барана, жалкое, все пищит. А барин мой Прохвостик, а все бегал со своими товарищами в карты играть. А я один с этой моей воспитомкой. Девчурочкой. И страшно я стал к ней привыкать. Все с ней упражнялся, то... Корыться положу, да хорошенько вымою. Ну, а если где на кожечке сыпка зацветет, так я ее сейчас мучкой подсыплю. То головенку ей расчесываю. А то суну за пазуху. Так говорю, пойдем на лиман белье полоскать. Терпи, Иван, брат, терпи. Тебе еще долго терпеть, а потом достигнешь. Пошло прочь, а. Ну так что? Отдай мне ее. С чего это ты взяла, что я тебе ее отдам? Она мне на соблюдение поверена. Вон и коза с нами ходит. Ну тогда, по крайней мере, не сказывай моему мужу, что ты меня здесь видел. Чтобы я завтра могла опять сюда прийти и еще поласкать ее. А ты таким манером пошли у нас тут над лиманом свидание. Она мне все рассказывала, что, ну, того, за моего барина-то замуж насильно была выдана. Злою мачехою.
Ну а это мужа-то этого своего ты не того? Нет. Ай, никак не могла полюбить. А другого? Вон, ну, этого, ремонтера-то. Любишь? Муж мой, как сам знать. Неаккуратный жизни человек. А этот вам аккуратный. Он меня жалеет. Он меня жалеет. Так я никак не могу быть с ним счастлива. Потому как мне дочку жалко. Ну что ж делать? Да что ж делать, если ты, презрев закон да религию, свой обряд изменила, то должна пострадать. А послушай-ка, Иван, что я тебе сейчас скажу? Ничего, он сам сюда придет. И он хочет тебе 1000 рублей дать, чтобы ты мне дочку отдал. Ну, уж этого-то никогда не будет. Как? Как? Неужто тебе меня и ее не жаль? Ну, жаль, не жаль, а только ведь я себя ни за большие деньги не продам, ни за малые. Да ты бессердечный! Да ты каменный! Ничего не каменный, а такой же, как все, костяной да жильный. Я человек должностной, взялся дитя беречь и храню его. Все! Но ведь ты сам посуди. Ведь и самому дитяти у меня лучше будет. Просто музыка действительно очень хорошая, она такая, она неоднозначная, она глубокая, и мне кажется, что она здесь работает. Вы когда писали, вы ориентировались уже на сценографический ряд, на собственную сценировку, или все-таки вот на ваше ощущение от Лескова как человека, от микрофона вообще? Тут отдельная история, потому что тут хороший был вопрос, и как, когда музыка или что музыка. Музыку принесла мне режиссер, вот, но мою музыку. Она слушала мои компакты, слушала, и уже потому и органика такая, что когда иногда композиторы портят спектакли своей музыкой, а тут режиссер приходит, и мы просто развивали ее, и переделывали, дополняли. И как бы сценография, это все остальное тут нам не играл. Мы больше общались с режиссером. И, конечно, я вообще-то хотел бы тоже, если можно, мне присоединиться к вам и поблагодарить артистов, которые великолепные, все абсолютно и все молодцы. Им было тоже сложно, когда Римас Владимирович пришел и свои замечания сказал, что-то даже как бы поломал то, что им казалось дорого, они так тут месяцами работали. Но иногда надо вот критику воспринимать, доброжелательную критику надо воспринимать как плюс и из этого делать себе и дальше роль, и этим радоваться. Спектакль мне очень дорог, потому что очень нужен сейчас, в эти дни нужен. Он говорит о родине, говорит вам о вашей родине, мне о моей родине. И тут только поменяйте на слово русский, поменяйте на литовца, Литва. Это будет мне тоже дорого. И тема дорогая, и она очень сейчас важна и нужна нам всем.
Чего захочет, так ему сейчас вынь положи, иначе с ума сойдет. А как получит, где дорожит счастьем. Так что я от него много хорошего для груши не ожидал. Ну так сколько время прошло, князь все смутнее начал становиться, один раз мне и говорит. А знаешь что? Почтенный мой Иван Северянов, а ведь дела мои очень плохи. Я же теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. А разве ж это жизнь? Так зато ж есть что слаще вина и меда. Да, конечно, конечно. Но только я вот уже полгода здесь живу, а человека чужого не видел. А зачем вам чужой-то человек? Когда ведь есть душа желанная. Ох, братец, ну ничего же ты не понимаешь. А давай, знаешь, станем снова лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры, позаводчики ездили. И давай, что попало городить. Лошадей завел. Лошадей заведет. Бросил, мельницу кинулся строить. Мельницу построил. Да, шорную мастерскую открыл. Мастерскую сделаем. И от всего-то только одни долги да убытки. Дома не сидит, летает то туда, то сюда. Груша одна в таком положении, в тягости скучает. Мало его вижу. Ты бы, изумруд мой, когда бы съездил в город, отдохнул, что тебе со мною сидеть? Я проста, не ученок. Ты береги ее, мой полупочтеннейший, премного мало значащий Иван Северянов. Ты вот как-то так умеешь с нею разговаривать, что вот вам обоим весело. А меня от этих изумрудов яхонтовых сон кладет. Какие впечатления о новой сцене? Она очень сложная, потому что сложная с точки зрения акустики, с точки зрения расположения места зрительных, зрительного зала. И вообще, в принципе, это новая сцена для нашей труппы. Это новый масштаб, новый объем. И тут очень сложно найти эту грань между, скажем так, камерностью и все-таки таким более театральным звуком. Она действительно сложная, и не сразу с нею начинаешь дружить. В какой-то момент пришел Римас Владимирович Туминос и сказал, а не надо ничего прятать вообще, нигде, никаких затемнений, никаких... вот ушел, пропал. Вот все надо делать на открытом свете. И мне кажется, что это хорошо, и это работает. Просто актеры, уходя и еще будучи там где-то в проемах или там в проходе, они должны оставаться в своих персонажах, и тогда это работает. Мне кажется, что в этом смысле сцена
поддерживает нас. И пошел вместо сына их в рекруты. Попросил, чтобы на Кавказ меня определить, где могу скорее за веру умереть. Так и пробыл там более 15 лет. Назывался Петром и только на Иванов день за себя Богу молил. Дослуживаю таким манером последний год, как вдруг на самый на Иванов день были мы в погоне за татарами, а те ушли за реку Койсу, сели на том берегу за камнями. И чуть мы покажемся, они в нас палят. Полковник у нас отважной души. Все бывало, помилуй, Бог говорил и своим примером отвагу давал. Кто, говорит, благодетели, помилуй, Бог, охотники на ту сторону переплыть, канат перетащить, чтоб мост навесть. Нет ли среди вас кого такого, кто за собой на душе смертный грех знает? Как хорошо было бы ему теперь своей кровью беззаконие смыть. Я и подумал, а чего мне? Лучше-то этого случая ждать, чтоб жизнь кончить. Отчу прочитал. На все случаи товарищам в землю ударил. И говорю в себе. Ну, Груша, сестра моя названная. Прими за себя кровь мою. Да с этим взял тонкую бичеву, которой канат был привязан. Да разбежавшийся, вода страсть холодная, грудь клюет, судорога ноги тянет. Но достиг я берега и стою, как сам из себя изъят, и думаю, видел ли кто, что я видел, а я видел. Надо мною Грушенька летела, и была она уже как от раковицы, примерно в 16 лет. И крылья уже у нее огромные, светлые, через всю реку.